В рамках подготовки к гражданскому форуму в Махачкале состоялись общественные слушания лидеров НКО, независимых экспертов и Совета по устойчивому развитию и приоритетным проектам. На встрече также присутствовали представители министерств и ведомств. Специалисты обсудили роль гражданского сектора в реализации следующих приоритетных проектов развития республики, эффективное госуправление и обеление экономики. В ходе обсуждения также говорили и о плане мероприятий на следующий 2017 год. Все это делается в рамках проекта гражданской конференции, гражданского форума, где будут обсуждаться предложения, рекомендации, замечания правительственным программам и будут приняты итоговые документы, резолюции, которые лягут на стол главы республики и председателя правительства.